получить разрешение на травматическое оружие. Оружие делится на две основные категории – для самообороны и охотничье. Оружие для самообороны, куда относится травматическое, предназначено для защиты от различных недоброжелателей. Охотничье ружье применяется для охоты на различных зверей и птиц. Помимо наличия разрешения на охотничье оружие, каждый любитель охоты должен иметь охотничий билет. После получения разрешения на травматику вы сможете использовать пистолеты только этой категории. Кто не сможет получить разрешение на травматику? Лица, которые не достигли совершеннолетия, лица, имеющие судимость за преднамеренное нарушение закона, лица как минимум с двумя административными правонарушениями, относящимися к посягательству на общественный порядок, лица, у которых нет постоянной прописки, лица, страдающие от серьезных заболеваний, состоящие на учете у нарколога и психиатра, имеющие серьезные проблемы со зрением. Из чего состоит процесс получения разрешения? Разрешение на ношение травматического оружия выдается в отделении лицензионно-разрешительной работы. Каждый человек должен обратиться в отделение, находящееся ближе всего к его месту жительства по прописке. Перед началом сбора всех документов лучше всего посетить отдел лицензионно-разрешительной работы, чтобы получить ответы на все интересующие вас вопросы. Процесс получения разрешения состоит из следующих этапов, через которые должен пройти каждый. В первую очередь нужно пройти медосмотр в больнице. Можно обратиться как в платное медицинское учреждение, так и в бесплатное. В целом, данный медосмотр похож на то, что проходят люди перед поступлением на обучение в автошколу. Купить придется только справку 046-1, примерно 300 рублей. Чтобы получить в ней печать, нужно пройти всех врачей, а также посетить неврологические и наркологические диспансеры, чтобы подтвердили, что вы не состоите на учете. Что касается зрения, то для получения разрешения на использование оружия один глаз должен видеть не хуже 0,5, а второй не хуже 0,2. Чтобы подать заявление в отдел лицензионно-разрешительной работы, нужно подготовить следующие документы. Официальное заявление, написанное по специальной форме, которую можно найти при первом посещении отделения. Копию паспорта, медицинскую справку, формы 046-1, две фотографии 3×4. После подачи всех выше перечисленных документов в отделении лицензионно-разрешительной работы вам будет выдано следующее: направление на обучение безопасного обращения с оружием, квитанцию на оплату госпошлины, направление к участковому. Прохождение обучения по безопасному обращению с оружием представляет собой тест из 10 вопросов, чтобы получить справку, которую затем нужно будет показать в отделе лицензионно-разрешительной работы. Нужно правильно ответить на 9 из 10 вопросов. Сначала дается 2 попытки. Первая бесплатная, вторая платная. Если с 2 раз пройти тест не удалось, в обязательном порядке нужно будет посетить курс платной лекции на эту тему. При общении с участковым будет личная беседа и осмотр вашего жилья по прописке. Свою подпись он не поставит до тех пор, пока не убедится в хорошей защищенности вашего дома, а также наличии металлического сейфа или шкафа в доме, который закрывается на 2 замка. Поэтому о покупке сейфа или шкафа нужно позаботиться заранее. Госпошлина оплачивается в любом банке. После того, как вы отдадите все документы, выданные вам в отделе лицензионно-разрешительной работы ранее, нужно будет подождать месяц, пока не будет принято решение о выдаче вам разрешения. Через месяц вас оповестят либо о согласии на выдачу, либо об отказе. Отказ можно обжаловать через суд. Получая такую лицензию, нужно знать, что срок ее действия не безграничен. Она будет действительно в течение 5 лет. По истечению срока необходимо будет пройти процедуру продления разрешения. Лицензия на травматическое оружие позволяет каждому человеку купить до 5 единиц оружия, относящихся к травматическому. В случае кражи или утери этого документа, никакой другой человек не сможет воспользоваться для корыстных целей. На лицевой стороне лицензии есть все данные ее владельца, а также официальное место его жительства. На обратной стороне документа записывается оружие, приобретенное человеком. После покупки оружия, что можно сделать в специальном магазине или у другого человека, его нужно официально зарегистрировать в том же отделе лицензионно-разрешительной работы. Дается на это 14 дней после покупки травматического оружия.
Что будет при ношении травматического оружия без разрешения? Травматическое оружие без лицензии может стать причиной привлечения человека к административной или даже уголовной ответственности. Если есть разрешение на травматическое оружие, но были нарушены какие-либо права хранения или ношения этого орудия, это может стать причиной привлечения владельца к административной ответственности. Размер штрафа за различные нарушения может составлять от 500 до 2000 рублей. Травматический пистолет без лицензии может стать причиной привлечения владельца к уголовной ответственности. Запрещено любое незаконное хранение, использование или сбыт такого оружия. Кроме этого, запрещено угрожать кому-либо использованием этого орудия при отсутствии лицензии. Нарушение этих правил может привести к уголовной ответственности и грозить виновнику лишением свободы или крупным штрафом. Именно поэтому лучше не использовать травматическое оружие без лицензии, а потратить 2-3 месяца на законную процедуру,